Теперь, для того чтобы выдать ссоры листочек, который мы только что создали, возвращаемся на тот же сайт, также выбираем фильтр, по которому создали ссоры листочек, находим нужный нам. В правой части экрана имеется кнопка «Выдать». Нажимаем на нее, открывается специальное окно, в котором мы должны внести данные, кому мы будем выдавать ссор или соч. Выбираем регион, выбираем школу и выбираем класс, который его будет проходить. После чего назначаем дату проведения. Нажимаем на иконку календаря, здесь отображаются все даты, но выдать можем мы только на те даты, когда у данного класса есть предмет, по которому будет ссор или соч в расписании. Получается, ссор или соч по алгебре мы можем поставить на эти дни, потому что в эти дни у класса в расписании есть урок алгебры. Также есть функция «Доступна для прохождения не ранее чем». Ссор или соч при выдаче уже будет виден в расписании учеников, но пройти его они смогут только после наступления того времени, которое вы сами назначите. Например, тестирование поставили на 8 октября, но доступно оно будет только после часу дня. И нажимаем на кнопку «Выдать». Мы выдали ссор или соч классу,